Ассаламу алейкум. Мы хотим поблагодарить человека, который нам помог очень, и кто помогает нам. Ассаламу алейкум. Мы хотим поблагодарить человека, который нам помог очень, и кто помогает нам. Оказываем медицинскую помощь, осколки гранат, характер ранения, небольшие осколки, ЗЭК. 105-я статья, да? Давай. Осужденный по 105-й статье за убийство, правильно? Да. Ахриев Мус Алиханович, 8-10-87 год, место рождения, Республика Ингушетия, город Назарь. Сегодня 14 октября 22 год. С нами нормально обращается, молится, дает медицинскую помощь, оказывает. Никаких проблем нету, кормят, все хорошо. Благодарю человека, который нам помогает. Я Юлы Дрис Русланов, 12.05.1989 года. Сегодня 14 октября. Содержит нас нормально, еду дают, молиться дают. Живу в республике Ингушетия, село Алиюрт. Фамилия, имя, отчество? Базарев Виктор Владимирович. Откуда родом? Белгородская область, Губкинский район. Когда мобилизирован? 22-го. Какого месяца? Сентября. Какого года? 22-го. Этого года, да? Должность? Дали гранатомет. Гранатометчик нужен, да? Да, но я его не стрелял даже с него ни разу. Отвечай на вопросы, не больше, не меньше. Я его выкинул, хуй знает когда еще. Ты гранатометчик, правильно? Да, да. Своя очередь. Косов Владимир Сергеевич. Убегали. Город Белгород. Мы мобилизирован 24.09.2022. Сюда попал 14.10. Ну, наверное, да. 14.10 сюда попал, должность. Вообще водитель химик ставили, но сделали сводную роту, типа стрелки или хер его знает. Мы сами даже ничего не знаем, по сути. Просто пока лежите, подумайте о том, что у вас в плен взяла патрульная полиция.